Госдума сегодня одобрила ужесточение наказания для работодателей за невыплату и задержку зарплат. Согласно документу, принятому во втором чтении, штрафы вырастут в разы. Для должностных лиц они могут составить вместо нынешних 5000 рублей уже 20 тысяч, а для компаний, которые систематически задерживают сотрудникам зарплату, штраф составит уже 100 тысяч рублей. В Трудовой кодекс собираются внести дополнение о том, что деньги работникам должны выдавать не позднее 15 дней после начисления зарплаты, а каждый день просрочки обязаны компенсировать, причем по прогрессивной шкале. И сегодня же Госдума прекратила депутатские полномочия Ильи Пономарева с формулировкой «за прогулы». Лишить Пономарева мандата предложили его же коллеги по «Справедливой России». Депутат, как было сказано, 2 года не появлялся в Думе, не работал с избирателями и потерял связь с фракцией. Решение сегодня приняли практически единогласно.